И всем привет, и в этом видео хочу рассказать, что лежит у меня в рюкзаке. У меня обычный рюкзак с AliExpress. Брал я его где-то года два назад за рублей 700, и он еще в достаточно неплохом качестве. Нигде ничего не перетерлось, молнии работают, собачки на месте. Ну, начнем с самого такого начального кармашка. Это вот этот. Тут у меня лежит чехол под паспорт. Это вот первое. И маска. Как же без маски? Дальше у меня вот такие вот боковые карманы. В одном ничего нету, во втором у меня лежит зарядка. Такая вот зарядка лежит. Мини-USB. Обычный блок какой-то. Тоже бывает иногда мне нужна. Дальше большой отсек. Тут у меня лежат наушники Redmi AirDots. Тоже им уже нормально так времени. И мини-фит тоже бывает. Беру с собой. Дальше лежит у меня Powerbank. Такой вот на 10 тысяч. И вот такой вот кошелек. Под карточки, под деньги. И вот такой вот еще лежит у меня небольшой чехольчик. В этом чехольчике у меня лежат наушники проводные. Это для того, если у меня разрядятся беспроводные. Я ношу всегда с собой проводные. И два провода маленьких. Один это Type-C, другой мини-USB. Ну, не так много у меня вещей лежит. Бывает еще беру с собой пару вещей. Ну, как видите, все. Все, что у меня лежит в рюкзаке. Не так много. Видос я решил сделать таким коротеньким, ничего особо не буду рассказывать об этих вещах, ну, обычные вещи. Ссылочка на рюкзак, если найду, будет в описании. На этом все, всем спасибо, всем пока.